Друзья, меня зовут Вадим Серов, мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. В этом видео мы покажем, как и чем мы помогли бабуле, которая пострадала от действий секты юристов. Пройти можно? Нет, к сожалению, нет. И по техническим причинам компания не работает. Мне кажется, вообще это работает то, что говорили. Вы сотрудник, я тебя люблю. Он сотрудник. Я сотрудник. Сотрудник. Значит, у меня на 16 часов сегодня свидание. Сегодня приемов не происходит по техническим причинам. Так, объясните, почему. Я же вам сказал, по техническим причинам. Ремонт работы будет производиться в офисе. Что меня расчетчик досрочно вышел из строя. Заключила договор, значит, они подготовили документ, деньги у меня по договору взяли. А сколько они взяли у вас? 18 тысяч. 18 тысяч? А за что вы отдали 18 тысяч? За то, что они организуют вам замену счетчика? Также мы покажем лица всех тех, кто участвовал в обмане бабули и многих других. Запомните эти лица и покажите их своим друзьям, родственникам и знакомым. Их все должны знать в лицо. Так мы сможем спасти окружающим не только деньги, но и сберечь нервы. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас.
Если вы видите этих людей, то вы попали в секту юристов. Будьте внимательны. Мы решили проблему бабуля, с которой она обращалась в секту юристов. Мы купили за собственные средства газовый счетчик и оплатили установку этого счетчика. Здрасте. А что ж вы раздеты? Здравствуйте, Маргарита Викторовна. Так, вам торжественно вручаем счетчик. И здесь вот так вот. И установка там. Все оплачено, так что поставите. И, значит, по поводу 18 тысяч, которые вот эти мошенники у вас отжали, назовем так, по-другому никак. К нам вышел человек, значит, он представитель Кадырова, в общем, Чеченской республики по Воронежской области. Он помощник представителя. И он из ее желания понимает, что прекрасно невозможно будет забрать эти деньги у этих мошенников из своих средств. Он эти деньги в понедельник вручит вам. Вот, значит, мы в понедельник в 2 часа поедем туда. Мы приедем за вами, туда отвезем. И там в понедельник получите. Ой, Вадим, я не знаю, какому Богу молиться. Чем смогли, тем помогли. Вашу проблему решили. Алексей, он, кстати, мы штурмом же контору эту закрыли. Закрыли, да? Да, возбудили уголовное дело. В общем, Алексей, наш оператор, тоже пострадал там. Было серьезное мероприятие, они газобаллончиком залили, там была потасовка. Но мы победили. Но вы закрыли уже. Да, они больше не работают. Встречаемся. Ну, спасибо вам большое. Долгой работы. Спасибо большое. Счастливой жизни. До свидания. Всего доброго. После публикации нашумевшего сюжета о секте юристов, точнее о том, как мы брали их штурмом, со мной связался помощник представителя Кадырова по Воронежской области Мачулин Владимир с предложением оказания финансовой помощи бабуле. Ну ничего, не расстраивайтесь. Тут же мы посмотрели ролик Вадима. Видеоролик Владимир увидел, да. И решил со мной связаться. В общем, вот решил, ну, есть понимание того, что не вернуть эти деньги, к сожалению. И из личных средств Владимир, как помощник представителя от Кадырова в Воронежской области, думаю, даже решил. Мы возвращаем вам только на будущее, будьте повнимательны. Вот если Вадим, через него, или тогда уж звоните напрямую, будем помогать, содействовать, чтобы вы больше не попали в такую ситуацию. Я что-то или должна? Ничего вы не должны. Должны радоваться жизни. Я радуюсь. Да, так что так вот. Ну вот, я так понимаю, там еще не все? Ну, не все, да. Русик, принеси это в паёк. Тоже. Ну, нам не нужно нести, мы все отнесем в машину, все отнесем. Здесь, ну, вы не могли. Не нужно, тяжело, тяжело, тяжело. Отвезем, все нормально. Давайте я возьму, давайте я поставлю. Давайте. Потому что она достаточно тяжелая. Вы действительно сильная женщина. Честно говоря, я говорю, жизнь. Я потеряла надежду на справедливость, потеряла надежду на веру во что-то. Тоже вам. Вот, смотрите, это друзья тоже прямо с Чечни передали Черемша. Знаете, да, мы почти позвали. Да, встречаем. Я делала тебе что-то. А, вот это. Тем более, да. Нет, я не знаю, какие слова благодарности говорить. Я говорю, вы меня вернули в жизнь. Я поверила в то, что есть справедливость, есть честность, есть забота. Значит, сейчас. Да. Хочу Владимиру выразить благодарность, можно вот так вот. За то, что остался неравнодушным. Ну вот, и связался со мной. Все, спасибо большое. Теперь на будущее будем сотрудничать, помогать друг другу, обращаться всегда к вашим услугам. Да. Взаимодействуйте. Слово хочется сказать. Ну, хочется сказать Владимиру, помощнику представителя от Кадырова по Воронежской области, по молодежи, огромное спасибо за то, что он проявил неравнодушие и связался со мной и оказал поддержку. Все мы прекрасно понимаем, что денег, которые отдала бабушка, ну, не получила бы она никогда. Огромное спасибо. Вот берите пример.
бизнесмены, люди, которые имеют возможность. Помогайте другим людям. Друзья, всем большое спасибо за просмотр. Я очень надеюсь на вашу поддержку, ведь вместе мы сила. Распространяйте этот сюжет и не забывайте ставить палец вверх. Комментируйте. Всем до новых встреч. Ждите новых выпусков.